«Я – вода» – ежегодная просветительская акция Минприроды России добралась и до Сочи. В центре курорта на площади у мэрии организаторы установили фотозоны, экраны, инсталляции и арт-объекты, которые транслируют идею ответственности каждого человека за сохранение чистой воды для себя и будущих поколений. Несмотря на то, что у России водных ресурсов довольно много, качество этих водных ресурсов, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вместе с тем, гражданское население все-таки должно поддерживать эту акцию, и мы все с вами должны бережно относиться к воде, просто так ее не тратив. Здесь же организовали школу для самых маленьких. Уроки проходят каждый час. В развлекательной форме на таких занятиях говорят о том, насколько важно беречь воду и водные ресурсы как источник жизни. Сочинцы и гости отмечают, такие уроки крайне полезны и взрослым, и детям. С маленьким ребенком мы пытаемся ему тоже подсказать, что нужно и пить чистую воду, и охранять воду, и беречь. Вот так. Поэтому мы пришли на эту акцию. Наш мальчик обожает воду, и ему постоянно держим в воде, и как бы он сам уже с детства знает, что вот только в чистую воду залазит. А в грязную не лезет. Акция «Я – вода» проводится в России с 2015 года. Ее уже принимали Казань, Москва и города Крыма. Еще больше о воде благодаря этому проекту узнали около 250 тысяч человек. Сочи к акции присоединился благодаря активному участию в экологических проектах. Акция «Я – вода» ждет всех желающих на площади Флага с 10 по 19 августа. Как говорят организаторы, ее итогом должны стать не только яркие фотоснимки на память. Главное – это новое, более осознанное отношение к воде, как к живительному источнику. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.